Ты снова ко мне пришел. А можно я тут посплю? Конечно, мой зайчик. К нам обратилась Карина Ланская. Она утверждает, что некие силы стирают из жизни ее ребенка. И где же этот ребенок? Это очень сложно объяснить. Он пропал? Нет. Его украли? Нет. Дело в том, что год назад сын и муж Карины погибли в автокатастрофе. Но Карина утверждает, что при помощи какого-то ритуала она вернула сына к жизни. И вот сейчас он снова исчезает. Стало быть, ребенка все же нет. Тогда что мы будем расследовать? А дело в том, что есть материальное подтверждение того, что ребенок совсем недавно был в квартире Карины. Это интересно. И что за подтверждение? А вот это вы узнаете на месте. Тимур немедленно отправился к Карине, чтобы выяснить, нет ли у женщины психических отклонений и можно ли доверять ее словам. Расскажите, пожалуйста, все подробности. Ну, постараемся вам помочь. Мой сын, он исчезает, стирается. Простите, но, насколько я понимаю, ваши муж и сын год назад погибли. Да. Но это было в другой реальности, альтернативной, до того, как мне удалось ее изменить. По словам Карины, в тот день они спешили вернуться в город. Она считала, что Виталий недостаточно быстро едет и все время его подгоняла. Виталик, давай быстрее! Не, все хуй успеем. Когда я очнулась, мне сказали, что выжила только я. Тогда я подумала, что лучше бы я погибла вместе с ними. Сил жить больше не было. Я не знаю, почему, но с первого дня, как я пришла в себя, я не верила в смерть Антона и Виталика. Извините, но это, возможно, из-за того, что вы не видели их мертвых. Так никто не видел. Машина сгорела полностью, свалилась в реку. Нашли только остатки тел и пепел. Это и похоронили. Сразу после выписки из больницы Наталья, подруга Карины, отвела ее на кладбище. Карина была вне себя от горя. Однако тогда, возле могилы сына, женщина впервые почувствовала, что его здесь нет. Боль утраты, тоска по мужу и сыну Антону была такой невыносимой, что Карина решила покончить с собой. Сыночек мой.
после той попытки Наташа спасла меня. У нее были ключи от квартиры. Они до сих пор у нее? Да, да. Почему вы спрашиваете? Просто уточняю. Скажите, а почему вы решили, что ваш сын жив? После той попытки самоубийства Наташа принесла мне книгу по трансерфингу, а потом отвела меня на сеанс к специалисту Тамаре. Трансерфинг. Насколько я понимаю, это учение о множественной действительности и бесконечности вариантов. Да-да. Жизнь, она состоит из разных потоков. И если мы изменим в памяти один шаг, мы можем поменять действительность, ну, и изменить что-то. Понимаете? Вы в это верите? Да, я не только верю, я знаю, что это правда. Особенно после того, как у меня получилось. Женщина рассказала, что на сеансе специалист по изменению реальности ввела ее в транс и вернула в тот момент, где, по мнению Карины, в ее жизни произошел трагический поворот. Спасибо. Только на себя внимание. Реальность – это только твои мысли. Не пытайся ощутить что-то необычное. Все придет само. Расслабься. Ты там, где ошиблась. Попробуй все исправить. Ты знаешь как. По словам Карины, во время сеанса она оказалась в прошлом. За несколько секунд до аварии. Женщина знала, что именно может изменить. Она не должна была подгонять мужа. Карина надеялась, что в этом случае аварии не произойдет, но она ошиблась. Карину выбросила из машины. На этот раз она была в сознании. Рядом с собой она увидела сына. Антон был жив. Что телефонный звонок каким-то образом испортил сеанс? Все пошло не так, как я хотела. Мне удалось спасти сына, но Виталик остался мертв. Но я изменилась, я изменила реальность, понимаете? Я из нее изменила, у меня получилось. Вы увидели сына? Он жив, клянусь вам, он жив. Карина рассказала, что после сеанса долго гуляла по парку. Именно там произошло невероятное. Она увидела своего Антона. Антоша. Наконец-то ты вернулся. Я так ждала тебя. Мам, я тоже соскучился. Где же ты был так долго? Мне нельзя говорить, а то ты умрешь. Хорошо, хорошо, я не буду спрашивать. Главное, что ты здесь. Так, вот. Вот игрушка, которая была с ним. Я понимаю, что игрушка – это не доказательство. Хорошо. Так. Вот диск. Смотрите, он его разрисовал. Здесь фильмы, которые появились совсем недавно. Позвольте? Да, конечно. Даже по рисунку экспертиза может установить авторство. Да. Скажите, а у вас есть рисунки сына до аварии? Да, рисунки сына. Пожалуйста, вот. Вот рисунки сына.
Я уверяю вас, что диск разрисовал Антон. И сделал он это недавно. Как долго мальчик пробыл вместе с вами? Ровно неделю. А когда и как он пропал? 2 дня назад в парке, где и появился. Ма, смотри, у меня рука исчезла. Тогда бы твой шарик улетел. А он не успел. Рука снова появилась. Ну, тогда это очень-очень здорово, что она вернулась снова. Шарик улетел. Ну, ничего страшного, мы купим новый. Я только потом поняла, что значили слова Антона. А тогда я была уверена, что он просто фантазирует, как обычно. Сейчас мы купим тебе шарик. Здравствуйте. Здравствуйте. По словам Карины, она отвлеклась всего на несколько секунд. А какой тебе шарик? Ее сын исчез. Антон! Конечно же, я позвонила в полицию. Антона искали несколько часов, но потом я поняла, что осталась со своей бедой один на один. Пані, ідіть зараз додому. Вам потрібно поспати. Я вам дуже співчуваю. Подруга Наталья, которая приехала на помощь, сказала полиции, что сын, которого ищет Карина, на самом деле мертв. Должны мне найти сына. Кариночка, заспокойся, поїхала додому. Поліція не буде притягати вас до відповідальності за хибний вид. Я должна сина найти. Антона немає, вже рік як немає, зрозумій це нарешті. Я должна найти сина. Больше вы не видели сына? Нет, только сегодня ночью. Простите, а вы не можете допустить, что он вам просто приснился? Это был не сон. Хорошо. Посмотрите, пожалуйста. Здесь был его рисунок. Ничего нет. Рисунок исчез. Так же, как и мой сын. Карина была рада вновь увидеть сына. Ты снова ко мне пришел. А можно я тут посплю? Конечно, мой зайчик. Она надеялась, что Антон вернулся навсегда. Однако через минуту сын пропал. Затем прямо у женщины на глазах из комнаты исчезли вещи Антона. А на семейной фотографии вновь появилась черная лента. Умоляю, верните моего сына. Я мать, я чувствую, что он жив, что он скучает по мне. Только нужно, чтобы его реальность пересеклась с моей. Но я не знаю, как это исправить. Вся надежда только на вас. Итак, Карина уверяет, что сын, которого она вернула с того света, снова исчез. Но пока мне кажется, что все это лишь фантазии матери, которая не может смириться с потерей сына. Тимур не исключает, что таким образом у женщины проявился посттравматический синдром. Но диск, он явно изрисован детской рукой. А исчезнувший рисунок, был ли он? Я жду результатов экспертизы. Андрей, отвлекись на секунду. Что случилось? Да, есть информация, которая, мягко говоря, тебя удивит. Смотри, вот рисунок на диске, нарисован детской рукой. Рука принадлежит сыну Карины, Антону. Как такое возможно? Я без понятия. А вот чистый листик, на котором следы от карандашной крошки. То есть это лист из альбома, в котором рисовали? Какой ты проницательный. И еще. Есть видео с камер наблюдения, которое установлено в парке. Камера работает круглосуточно, и к ней круглосуточный доступ. Смотри. К сожалению, камера одна и держит только общий план аллеи.
Но на ней нет этого ларька с шариками. То есть, куда исчез Антон, мы так и не узнаем. А ты уверен, что это именно он? Да, качество, конечно, так себе, но мальчик очень похож на него. Значит, он все-таки жив. А если так, нам нужно его найти. Мальчик появился после того, как подруга Наташа отвезла Карину к Тамаре на сеанс изменения реальности. До связи. Тимур встретился с Натальей на следующий день. Женщина охотно согласилась поговорить с моим помощником. По ее словам, она сильно переживала за психическое состояние подруги. Карина зовсім їде дах. Може, вони бачите, ви ж психолог. То, що вона в стані затягнувшейся депресії, це однозначно. Возможно, це прогресуюче розстройство, але те, що вона розповідає, те, що відбувається, просто удивительно. Це не об'яснити психічним заболіванням. Не знаю, я боюся за неї. З того світу я її вже витягувала. От коли ви відкрили її квартиру своїми ключами? А до чого тут ключі? Ви ще думаєте, що це я все підстроюю? Я в Карини єдина рідна людина. Вона сама з дідбудинку, свекруха та інші родичі чоловіка з нею не спілкуються. Чому? Винуватять її в аварії, в тому, що син та онук загинули. А що ви можете сказати по поводу цього странного появления Антона із другої реальності? Нічого, крім того, що Карина сама розповідала. Тобто самі ви його не бачили? Ну, звичайно, ні. Я взагалі на тому тижні в неї не була. Справ навалилася купа, і я зовсім забігалась, а тепер шкодую, не треба було залишати її саму. В той день, коли хлопчик зник, ми домовлялися зустрітися у парку. І тільки-но я підійшла, він одразу зник. Дивовижне співпадіння, правда? А потім довелося ще й вмовляти поліцію не висувати проти неї звинувачення. Наташа розказала, що після неудавшихся поисків ребенка вона убедила Карину поїхати домой. А где Антона вещи? Кариночко, Кариночко, немає речей. Мы с тобой минулого року віддали всі речі по дідбудинку. Как это нету? Как это нету? Господи, что же это за сон страшный такой? Подожди. Я фотографировала. Я выкладывала вчера фотографии. Наташа, где они? Я же выкладывала вчера. Значит, вы уверены, что сын Карине просто померещился? Ну, а як інакше? Не могла ж вона його і справді повернути. У Карини після аварії серйозні проблеми. В неї провали в пам'яті. Провали? Скажите, она не помнит события из прошлого или недавние? З минулого. Вона взагалі вважає, що жінка, яка провела той обряд, моя знайома. А это не так? Ні, це її знайома, вона сама до неї ходила, а потім телефонувала мені і дякувала, що я її відвела. Провали в пам'яті, я ж кажу. А як давно Каріна знає тут Тамару? Ну, я точно не знаю, здається, це її подруга з інституту. Я Карину теж знаю приблизно з того часу. В одній компанії були, але Тамару я не пам'ятаю. Мені здається, що після цього сеансу в неї взагалі дах поїхав. Да й дивна вона якась. Ні родини, ні дітей, бозна чим займається. Карина Ланская утверждает, что ее сын застрял между реальностями. Он погиб в аварии вместе с мужем. Карина уверяет, что ей удалось вернуть Антона при помощи трансерфинга, процедуры изменения реальности. Ее провела Тамара Титаренко. Мальчик появился и исчез через неделю. А вместе с ним его вещи и рисунки, которые Антон сделал уже после возвращения. Как же объяснить все происходящее? И появлялся ли мальчик в реальности? Или все это фантазии его матери? Необходимо было поговорить с так называемым специалистом по изменению реальности Тамарой Титаренко.
Евгений позвонил в центр, где она работала, и договорился о встрече. Однако на месте он ее не застал. Оказалось, что Тамара в отъезде, за границей. А почему вы мне ответили, она вас примет? Я думаю, вы на прием. Розумієте, Тамара часто просить не говорити новим клієнтам, що її немає. Люди записуються, приїздять, а тут же яка різниця, хто буде проводити сеанс. Тобто ви намірено обманюєте своїх клієнтів? А, повірте, тут злого умислу немає. У всіх фахівців нашого центру висока кваліфікація. Помощник Тамари розказав, що центр працює більше 10 років. І більша частина його доходу йде на благотворительність. Ну а що за процедура цей трансерф? Якщо стисло, то трансерфінг вважає нашу дійсність багатоваріантною матрицею. Конкретніше, що це значить? Наприклад, варіант, якщо я сьогодні отримую підвищення по роботі, і варіант, якщо мене звільняють, існують одночасно, але обидва не активні. А трансерфінг, значить, допомагає активувати більш благоприятний варіант? Так. І яким образом? Матеріальний світ є лише дзеркальним відображенням наших думок. Понятно. Тобто позитивний настрой допомагає добитися чого угодно? Не зовсім так. Потрібні ще специфічні енергетичні практики та певний усвідомлений спосіб життя. Тобто це магія і шаманство вместе взяти? Це комплексна система. В ній є елементи і вчення Дона Хуана, і буддизм, і інші світові філософські вчення, як підкорити світ. Окей, понятно. Если мы можем изменить будущее, то, может быть, мы можем изменить и прошлое? Теоретично все возможные варианты действительности существуют одночасно. Так, подождите, а вот эта вот девушка не приходила к вам в прошлое менять? Я бачив її. Тамара Георгіївна сказала, що це її давня подруга, але із якої проблеми вона приходила, я не знаю. Я припускаю, що є спосіб перейти у той варіант реальності, де минуле нас влаштовує. Розробка подібних методів ведеться давно. Більш того, Тамара Георгіївна пише на цю тему цілу роботу. І так, вполне возможно, що в исследованиях Тамари по изменению прошлого і будущего Карина подопытная. Допустим. Но в то, что опыт дал результат, я не верю. Так, а что если Антон и правда жив? Но тогда где он был целый год? И куда снова пропал? Наталья сказала, что после аварии у Карины разладились отношения с роднёй мужа. Они винят ее в смерти сына и внука. А что если все происходящее с женщиной – месть родственников? В тот же день Евгений узнал у Карины адрес сестры ее погибшего мужа и отправился к ней. Молодой человек, а вы к кому? Здравствуйте. Здравствуйте. Я ищу девушку. Ее зовут Алина. Она, может быть, живет в этом подъезде. Вы знаете, их нету. Они уехали вчера. А куда? Ну, ходят слухи, как будто вы за границу. Угу. А вы с ними как с соседями? Хорошо были знакомы? Ой, я еще с Алинкиной мамой дружила, когда она здесь жила. Алинка с мужем лет 5 здесь живет. Мальчонка у них. Правда, больной. Говорят, вроде бы что-то с кровью. Вот они все время донора искали. По-видимому, нашли и уехали. А то, что говорят, это точно? Или это просто слухи? Вы знаете, он вообще раньше не ходил, а сейчас побежал. Соседка рассказала, что своими глазами видела, как мальчик выбегал из подъезда. Это Сереженька побежал сам, что ли? Или это не он? А вам какое дело? Что вы лезете все время? Вот если бы ты не грубила и с уважением относила к старшим, может, и ребенок у тебя не болел бы. Всего вам доброго. А вы куда, за границу? Донора, что ли, нашли? Я знаете, что думаю? Они, наверное, ребеночка специально из детского дома взяли для донорства. Я по телевизору программу такую смотрела. Кошмар. Сейчас на каждом шагу такое. Конечно, верить на слово соседки мы не могли. Информацию надо было перепроверить. И действительно,
Оказалось, что Алина никуда не уезжала. Женя встретил ее, когда женщина возвращалась с работы. Ездили за границу? Куда? За границу. Мой муж за границей, и давно он работает там. А мы с сыном просто переехали на лето за город. Я общался с вашей соседкой. Так вот она сказала, что ваш сын раньше даже не ходил, а теперь аж бегает. Она думает, мы нашли донора и уехали. Пусть думает. Он сыном ремиссия. Это плохо, да? В чем дело вообще? Мой помощник задал Алине вопрос по поводу сына Карины. Вы думаете, это я, да? Украла Антона, чтобы он стал донором. Антон погиб. Карина сама его на смерть обрекла. Почему вы так говорите про Карину? Карину Бог наказал. В смысле? Антон мог стать донором для моего сына. Мы просили Карину, умоляли, чтобы он сдал анализы. Но она все равно отказала. Это же не печень, не почка, а костный мозг. Всего лишь одна операция. Но Карина все равно отказала. Вот и потеряла сына. Совсем. А мой мальчик будет жить, несмотря ни на что. Тем временем нам позвонила Карина и сообщила, что сын снова приходил. Я отправил к ней Тимура. Антон сегодня был дома. Но как? Кто его привел? Его никто не привел. Это все равновесные силы. Карина, успокойтесь, пожалуйста, и расскажите все по порядку. Карина рассказала, что всю ночь не сомкнула глаз и заснула лишь под утро. Мам! Ее разбудил голос Антона. Сыночек мой. Мам, включи мне DVD. Конечно, мой милый. Антоша, где ты? Я здесь. Где ты, сыночек? Он был здесь, был. Потом я поняла, я перестала чувствовать, он отдалился, но он рядом. Нужно только, чтобы наши реальности совместились. Здесь, в этой квартире, есть линия совмещения. У меня такое чувство, что я смешала не только свои реальности. Звонила Наташе и сказала, что у нее ощущение, будто она в другом времени. У меня постоянно такое ощущение. Как долго вам казалось, что Антон в комнате? Минут 15. Он достал свои игрушки и посадил их напротив экрана. Тут мало игрушек. Он так придумал. Одежда, как куклы, понимаете? Да-да, понимаю. Я ничего не придумываю, честное слово. Я обыскала всю квартиру. Он исчез точно так же, как и появился. Скажите, пожалуйста, а со свекровью у вас какие отношения? Плохие. Очень плохие. Почему вы спрашиваете? Просто любопытствую. У нее была идея фикс с самого рождения Антона. Забрать его и воспитывать самой, представляете? Мы не общаемся очень давно. Не виделись больше 3 лет. Но Антона к ней я разрешаю возить мужу. Он после нее возвращается странный, подавленный, что ли. Я отправил Тимура к свекрови Карины, Марии Николаевне. Оказалось, что она соседка Алины и живет в том же доме. Простите, что без звонка. Я Мария Николаевна. О чем вы хотели поговорить? А тем временем Евгению удалось наконец увидеть таинственную Тамару Титаренко, специалиста по изменению реальности. Реальная мистика приветствует вас. Тамара, вы что, будете бегать от меня? Присядьте, мы просто поговорим. Меня зовут Евгений. С чего вы взяли, что я от вас бегаю? У меня дела только и всего. Да, я наслышан. Благотворительные фонды, поездки. Не верите? Знаете, для меня эти фонды не просто звук, как и чужие судьбы. Я занимаюсь усыновлениями, и это требует очень много времени. Говорите, усыновлениями?
Это очень забюрократизированный процесс. Иногда приходится торопиться. Вот сейчас мы пристроили одну девочку, она поедет в Швецию. Но вы ведь не об этом хотели поговорить? Какая вы проницательная. Да, не об этом. Я хотел поговорить с вами о Карине Уланской. И о том, что вы ей внушили про равновесные силы и стирание реальности. Это все выдумки, конечно. Трансерфинг – очень сильная система. Даже с точки зрения психологии. Но она не может изменить прошлое. Да зачем вы человеку морочили голову? Она моя подруга. Мы из одного детского дома. Ее нужно было любой ценой спасать. Отвлекать от мысли о суициде. И вы решили ей внушить, что ее сын жив? Нет. Я только хотела ей внушить, что в смерти мужа и сына ее вины нет. Но Карина все поняла по-своему. Я пыталась объяснить ей все, поговорить. Но она закрылась в себе. Построила в сознании какой-то свой мир. Жила в нем. Туда было не пробиться. Она даже на звонки не отвечала. Все-таки получается, ее ребенок мертв? Насколько мне известно, да. Скажите, а как вы познакомились со снохой Карины, Алиной? Карина познакомила. И я помогала ей найти донора для сына через наши фонды. Что, помогли? Да. А почему вас это интересует? Стоп. Вы что, думаете, что Антон жив, и Алина выкрала его с моей помощью? Опа. Заметьте, я этого не говорил. Вы сами это сказали. Да. Я сейчас кое-что скажу вам. То, чего говорить не стоило бы. Но это уведет вас с сложного следа и отрезвит. Антон не родной сын Карины и Виталия. Ничего себе. Тогда почему Алина хотела, чтобы Антон стал донором для ее сына? И Карина отказалась тогда? Это правда. Но Карина боялась не из-за ребенка. Она боялась, что откроется. Антон усыновлен. Когда Виталий и Карина решили усыновить мальчика, они это скрывали. Карина даже живот накладной носила, якобы беременна. Отец Виталия вышвырнул бы его из бизнеса, если бы узнал о приемном ребенке. Так что никто, кроме меня, не знал. Даже Наташа. Встреча с Тамарой еще больше запутала наше расследование, лишив сразу нескольких подозреваемых. Но Тимур об этом еще не знал. То есть вы Мария Николаевна? Да, что вас смущает? Простите, но это не может быть. Марии Николаевне далеко за 70. А, вы к прежней хозяйке. Она умерла полгода назад. Мы купили эту квартиру. Простите, ради бога. Наверное, это просто совпадение. Извините. Еще немного, и я сам поверю, что некие силы меняют реальность. Что случилось? Ну, мне позвонила Карина и сказала, что могила ее сына исчезла. Карина по настоянию Натальи поехала на кладбище. Но прибыв туда, подруги увидели, что могила Антона пропала. Небо ніколи не було могили. Это все равновесные силы. Они следы стирают. Мой мальчик жив, понимаешь? Жив, он просто застрял между реальностями. В общем, я сразу же туда поехал, исследовал могилу, и по показаниям прибора под землей гроба нет. Что это получается, что мальчик, который год назад погиб в автокатастрофе, вернулся и снова исчез, и вместе с ним исчезают все доказательства его смерти? Он жив вообще или нет? Или он действительно застрял между измерениями? Итак, если Антон жив, значит, его выкрали. Но если выкрали, почему дают матери с ним видеться? Карину намеренно сводят с ума? Но кто и зачем? Пока все версии ведут нас либо в тупик,
либо к мистике. Стоп. Антон не родной сын Карины. Что если... У меня появилось предположение. Необходимо еще раз поговорить с Кариной. Карина, почему вы не сказали нам, что усыновили Антона? Потому что для меня он мой сын. Я не думала, что это важно. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Вы знали его настоящих родителей? Не помню. Правда, не помню. Точно знаю, что видела его мать. Но где? Давайте попытаемся вспомнить. Гипноз? Неужели это так важно? Карина, как мы поняли, в этой истории важна каждая деталь. Хорошо. Давайте попробуем. Устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. Откиньтесь на спинку дивана. Не волнуйтесь, это совершенно безопасно. Внимательно смотрите на этот предмет. Когда я досчитаю до трех, вы заснете. Один. Вам спокойно и уютно. Два. Вы слышите только мой голос. Три. Вы спите. Вспомните, пожалуйста, как вы впервые держали сына на руках. А теперь вспомните, когда и где вы впервые увидели биологическую мать Антона. Не помню. Правда, не помню. Нет. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста. Нет. Женщина за рулем. Ребенок в машине. Карина вновь переживала самый жуткий момент своей жизни. День, когда случилась авария. Однако в этот раз она все описывала иначе. В этом воспоминании не было Антона. Виталик, не гони, он же у нее в машине, она убьет его! Карина вспомнила, что за рулем автомобиля, который ехал впереди, была биологическая мать мальчика. В ее машине был Антон, и она увозила их сына. Она забрала ребенка. Зачем? Карина Ланская утверждает, что ее сын Антон застрял между реальностями. Женщина считала, что он погиб в аварии вместе с мужем. Карина уверяет, что ей удалось вернуть Антона при помощи трансерфинга, процедуры изменения реальности. Мальчик появился и через неделю исчез. Антон – приемный сын Карины. Во время сеанса гипноза Карина вспомнила, что именно произошло перед аварией. Они с мужем пытались догнать машину, на которой Антона увозила его настоящая мать. И мы находимся всего в шаге от разгадки всех мистических событий, произошедших с Кариной. Мы нашли документы об усыновлении и узнали имя и адрес биологической матери Антона. Через несколько дней моим помощникам удалось разыскать Надежду Малер. Надя, Витя. Сколько раз можно говорить? Я не Надя, а мама. Я хочу домой к маме. Будешь плакать, она умрет. Я не буду больше плакать. Антош, мы скоро уедем отсюда. У нас будет свой дом. Я твоя мама. Итак, трансерфинга не было, а вот мальчик был.
Карина ничего не придумала. Ребенка украла его биологическая мать. Бывшая наркоманка Надежда Малер. Она отказалась от сына, когда ему был месяц. Но спустя несколько лет пожалела о своем решении. Она разыскала приемных родителей Антона и уговаривала их, чтобы они дали ей возможность видеться с сыном. Вот здесь хватишь, чтобы ты больше никогда у нас не появлялась. Вы хотите, чтобы я продала собственного сына? Ты сама выбросила его как ненужную вещь. Теперь вспомнила? Я просто хочу с ним видеться. Ваш отец ни о чем не узнает. Официально, скажем, я буду няней. Однако Карина и ее муж были категорически против. Надежда угрожала предать дело огласке и рассказать всем вокруг и, главное, Антону, что она его настоящая мать. Подожди, хорошо. Пусть будет по-твоему. Виталик. Что, Карин? Надежде удалось убедить Карину и Виталия разрешить погулять с мальчиком. Она воспользовалась моментом и выкрала его. Из-за посттравматического синдрома воспоминания Карины об этом дне исказились. Женщина помнила, что они с мужем куда-то очень спешили, но куда и почему точно сказать не могла. Они попали в аварию. Муж сгорел в машине. Карина оказалась на обочине. Надежда видела это. Она была уверена, что Карина мертва. Все произошедшее было ей на руку. Надь, почему такой огонь страшный? Мне страшно. Не бойся, теперь все будет хорошо. Называй меня мамой. Надежда была уверена, что они с Кариной никогда не увидятся. Но после сеанса трансерфинга Карина пошла прогуляться в парке, где часто бывали Надежда с сыном. Антон увидел мать и подошел к ней. Он боялся рассказать, где был. Надежда его запугала. Но спустя неделю Карина снова вернулась с мальчиком в тот же парк. И, улучив момент, Надежда опять его выкрала. Антон! Каким образом Антон снова оказывался в квартире? Антона и не было в квартире. К сожалению, у Карины сложные галлюцинации. Ей еще предстоит долгий путь реабилитации. А что насчет исчезнувшей могилы? Надежда убрала крест. Без суеверия. Ребенок заболел, и она переживала, что могила при жизни может действительно забрать ребенка на тот свет. Да.